О, кстати, нам тут что-то поприносили. Отлично. Спасибо. О, карточку принесли. Спасибо. Ладно. 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 Давайте тогда пойдем на другие задания, наверное. Потому что тут, видите, что-то как не ладится у нас совсем. Не заладилось. Пойдемте. Где они тут, господи? Так, это вот это оно было, да? Вот, две попытки мы израсходовали и больше не можем. Так, теперь вот это давайте задание. 20. О, тут с жетонами. Это на повышенной тоже сложности. Но тут вроде мы должны затащить, я уж не знаю. Как-то вот... Ну должны же мы хоть что-то затащить. Так, это станция метро. Станцию метро почистить надо. Ой, да, если честно, я огорчен, конечно. Так нас это в тупую взяли и... И опрокинули. Так я же даже... Мы до босса не дошли. Так, ну а босс бы нас бы еще быстрее запинал. Если мы даже полубосса на нем застряли. А там таких полубоссов три. То есть их надо троих пройти, по идее, дойти до босса, еще и босса завалить. В общем, это по кашу нам не по силам, чуть попозже. Мы к вам еще вернемся, не переживайте. Вы там можете пока отдохнуть, полежать. О, пар идет, откуда пар тут в заброшенном метро? Кто его туда подает? Так что пусть они там пока отдохнут, расслабятся, а мы сейчас немножко подкачаемся, натренируемся и вернемся с мешком люлей. И всем отвесим люлей, каждому кто сколько хочет, по вкусу. Люли недорого. Почти бесплатно. Не. Ну тут простые, видите, они там поцарапать не успевают. Там только инопланетянчика бедного кусают там за пятки задние. Что эти закоулки такие? О, а тут сейф закоулки. Отлично. Отличные закоулки. Раз так, то это отличные закоулки. Лишь бы не зря. Так, пойдемте дальше. У нас два этажа еще осталось. Немного, в принципе. Не, ну как огорчительно. Я, блин, сижу и прямо аж места себе не нахожу. Как нас так взяли и выдвинули, так вообще. Вот просто вообще. Так, у нас ключа нету. Где ключ? У кого ключ? Доставайте сами, по-хорошему. Как нет? А если найду? А ну-ка. Сейчас мы будем искать у вас ключи. Ну а тут хилерша вхиливает нормально, вытягивает. А там что-то не тащило вообще. А вот и ключ. Что же вы сразу-то не отдали? К чему было это сопротивление? Сразу надо было отдавать, пока по-хорошему просили. О, Гуль, привет, Гуль. На, мы тебе присыпку принесли. Принимай. Три раза в день. На хлеб намазывай масло и... Вот так те. Очкастая собака. Принесла. А, тут выход? Не, давайте там еще один этаж здесь. Давайте натрескаем от обиды и огорчения. Натрескаем кому-нибудь, я уже не знаю. А чему тут? А, за блестяшкой мы шли. Мы не просто так шли. Не, мы не просто так обгорели. Давайте тут кому-нибудь. Кому поднять? Нать, чтоб сразу бздынь. И собака, чтоб сразу всех покусала. И инопланетянчик, чтоб сразу ужалился. Он берет ужаливаться, что-то там наводит на себя какой-то марафет. Все, все получили. О, ресурсы. Ресурсы это хорошо.
И две пилы. Ну, куда без пил? Рыба-пила. Все, бросаю. Так. Ну, это заданница, да, в легкую проскочили. И даже инопланетянчика не заели. И собаку. Все живые, здоровые. И космонавтка. Ура! Что там у нас? Еще одно задание, да? У нас как раз на него хватает этого. Так, ага. Получить жетончики. А, еще одно задание появилось, что ли? Так, есть на 20. И есть... На 10. Да я даже не знаю. Давайте вот это, что за 20, пойдем сходим. Оно вроде поинтересней. Это что же за 20 было? Нам тут хорошо вкинули. Не скучно было, да? Пойдемте еще раз огребем. Ну так же уже. Не зря ходить. Сейчас нам и ту тут накидают, так что для порядка. Вот чем мне нравится тут у этих... О, а, это больница. Опять прочесывать больницу. С парковочкой, с проездом. По феншую дырка в доме. Чем мне нравится задание у этих? У братства стали. Видите, тут длинных нудных разговоров нету. Тут нормально. Зашел сразу. Беги, носи, выноси, заноси, приноси, относи. О, тут загазованность какое-то, задымление. Отлично. А в дыму еще и гуль сидит. Не просто так. Еще куда он крепкий. Крепковатый он какой-то. Что-то странно для гуля. В задымлении в этом-то засел. В своем. Сам там надымил, наверное. Так, что значило это задымление? А то мне осталось. Типа повреждение наносит. Или, а, мы не видим, что там в комнате находится. Типа. Вот оно еще. Еще один гуль. Мега гуль. Ну на тебе сразу пилюлю целебную в зубы. Так, а собаку что не отхилила-то? Хилку применила, а собаку не отхилила. О, просто так отхилила. Нет, гуль какой-то помягше, помягше. Размяк уже. Кабеля какие-то натащил, где-то взял. Так, а там еще под землей. А, там немного под землей. О, огненные патроны наберем. Будем огненными зарядами пулять. Отлично. Так, тут подземная парковочка. Ну, там Корвега какая-то стоит. Или это не Корвега? Не, не похоже на Корвегу. Та была более спортивная, такая вытянутая. Такая-то не такая. Или дизайнеры не старались. Хотя тут художники, дизайнеры молодцы. Тут, конечно, ругать их нельзя. Местами они, конечно, слишком в аниме, то есть ударяются, соударяются в этой игре такую. Но это, видимо, ввиду того, что китайцы все-таки делали, надо на эту скидку, на этой скидку делать. Ну а в целом так очень хорошо передают дух, атмосферу вообще. Молодцы. Мне нравится. Так, прицел. Да, дыму не видно содержимое комнаты. Кто там? Ну ничего. Да надо, да, радаром, наверное, просвечивать ее. Собака уже радиации нахваталась. Не кусай его за пятки, они он светятся радиацией. Он уже наелась радиацией. Полный этот. Ох, собака. Так, о, ключ. А, теперь ключ сюда, а здесь выход. Все, я понял. Я понял, это был Фантомас.
Да, гребли мы сегодня люлей на заданиях. Братство стали. Где они там потерялись? Где они ходят? О, вот. Да, здесь выход, все правильно. Отлично. Супер. Все, можем выходить. О, шлем. Нашли. Отлично. Я такой шлем синий, это белый. Там белый, зеленый, синий, фиолетовый. Я синий такой вчера создал, блин, между сериями. И случайно клацнул его, переплавил в зеленый, усилил очки. Я себя чуть за попу не укусил. Это было такое огорчение, такое расстройство. Я так вот вообще что-то меня... Аж мне нехорошо стало. Так вот это клацал, клацал и клацнул, не подумавши, и переплавил синий шлем. Ай-яй-яй. Вот такой же вот братство стали синий шлем. Ну, вернее, от силовой брони. Ох, это было огорчение. Так еще ушел, ради чего? Ради фигни какой-то. А, два у нас на ланчбокс, отлично. Там зеленые очки какие-то усилил. Да, они там 72 уровня теперь. Ну куда их? На хвост обезьянки привязать-то разве что. Обезьянка и очки. Вот такой вот шлем, только они не белый, я был, а синий. Вот такой вот. Из вот этих компонентов создал. Так, огорчительно, ребята. Я вам передать не могу. Так, все, у нас кончились эти. Те, которые. Радиксы. Все, наши походы завершены. На сегодня. Можем сходить сейчас заодно тогда, это, раз мы тут рядом, у них пойти сразу набрать карточек. У кого тут набирать, я уже не помню. Или наверху, или внизу тут у кого-то. О, да, здесь. А, мы только одну... А, у нас только 200. Ну, вот одну карточку можем купить. Насобираем потихоньку. И рано, или поздно. Ее себе откроем. Это будет здорово. Так, а это бутылки можно потратить. Здоровски. Ну, мы их, наверное, пока тратить не будем. У нас есть такой вариант. Так, тихо. Я вот думал, может здесь кого-то прикупить. Тут по 40 бутылок, 10, 400 бутылок, и можно кого-то открыть себе. Ну, в принципе, тогда можно и там точно с тем же успехом. Даже не знаю. Ну, не, здесь не так же. Тут получается на 80, а не 40. Тут получается дороже. В два раза дороже. Да, 80. Но зато вот такая тетка. Там такой нету. Надо подумать. Надо подумать. Это мы подумаем, обсудим с друзьями на недельке. В общем, вы пока ждите. Братство стали. Скупим пока у них все, что тут не приколочено. И полки скупим, как в водном мире этот покупал в магазине. Моряк. О, здесь у них терминал. Интересно, в нем что-то есть? О, новые две задачи есть. Ничего себе. А, у нас нету все равно, так что. К сожалению. К сожалению. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Ставим колокольчики, чтобы не пропустить. Болеем, пишем комментарии, пишем подсказки. Кто что заметил, что я пропустил. Всем спасибо за советы. До новых встреч. Пока-пока, ребята.